Азербайджанское издание «Мусават» посвятило репортаж «Экспо», в котором отметило значение проведения этого масштабного мероприятия и выделило наиболее интересные павильоны и проекты. Отмечается, что организованная Казахстаном выставка заслуживает всякой похвалы. Страна отличилась во всех вопросах – серьезная безопасность, работа волонтеров, техническое оснащение и другие условия. Автор подчеркивает, что блочная и круговая упорядоченность экспозиции очень удобна в плане их посещения. Основываясь на обеспокоенности человечества истощением традиционных энергетических ресурсов и актуальности возобновляемых источников, Экспо представляет проекты стран по альтернативной энергетике. Как будут использовать возобновляемые источники государства, можно подробно узнать на выставке, отмечает издание, при этом особо выделяя казахстанский национальный павильон.